Шумные кампании употребления незаконных веществ. Правоохранители закрыли притон, который располагался в доме на улице Пожарского. В течение 3 месяцев владелец квартиры устраивал наркотические посиделки в кругу знакомых и друзей. Нерадивого жильца выдали жалобы соседей на постоянный шум и куча доказательств под окном. Так обвиняемый предоставлял жилое помещение лицам, которые страдают наркотической зависимостью, и также он сам являлся наркозависимым лицом. В том числе он предоставлял мебель, кухонную утварь и другие предметы. Его действия были квалифицированы по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, и максимальный срок за указанное преступление – это 4 года лишения свободы. Уголовное дело городская прокуратура направила в суд. Добавим, что ранее подозреваемый уже привлекался к административной ответственности.